сейчас будет вас смотреть и болеть за вас. Поэтому я вам желаю удачи и покажите, что вы приготовили для нас. Спасибо, удачи. Взаимоотношения мужчины и женщины – да. Была ли это борьба между мужчиной и женщиной? Ну, борьба не физическая, конечно. Скорее да, чем нет. И тем не менее, мне кажется, что эти ищущие, метущиеся натуры, они нашли друг друга, они друг другу соответствовали в танце по скорости, по синхронности, по технике исполнения и по выразительности.